Борис Горохов, может быть, слышали даже. Обо мне часто говорят. Блять, если честно, меня это уже заебало. Здравствуйте. Екатерина. Боря. Очень приятно. Взаимно. Юля мне вас рекомендовала. Я пока выйду, вы одевайтесь. Да, я ложусь и вас позову. Да. Хорошо? Да. Проходите. Там футболочку надо будет снять. В общем, раздевайтесь до трусов, ложитесь. Что обычно делаете с Юлей? Мы делаем спортивный массаж. Головой в дырку. Как нормально, удобная дырка. Сейчас я ее сделаю. Закрываем глаза, масочку омолаживающую сразу надеваем. Тем более вы спортсмен, как же вам без масочки? Зачем, Валик? Ремонт делали когда-нибудь? После этого? Вы не хотите отремонтировать? Ну, в какой-то степени, вы же спортсмен. Спорт, он не лечит, а калечит, как говорится. Конечно же, требуется небольшой ремонт. Так, масочку можем снять. Ой, как здорово. Помолодели прямо на несколько лет. Так, возьмите шарик и помассируйте себе спинку и бока. Я? Да, вот прям вводим, вводим. Это вот зачем? Вот это же массаж все-таки, как вы думали. Я такое первый раз вижу. Борис Горохов, может быть, слышали даже. Обо мне часто говорят. Простите, а что вы делаете? Ну, это акупунктурный массаж. Прям под музыку. Да, так и задумано. Вы будете делать массаж? Это массаж. Немножечко переходим к массажным процедурам. Да, вижу. Я практикую также бесконтактный массаж. Сейчас покажу. Я умерла? Нет. Чувствуете? Нет, ничего не чувствую. Потому что это бесконтактный массаж. Две новости, хорошая и плохая. Хорошая. В целом все нормально. Однако, что-то вроде небольшого сглаза или зажима энергетического, вот я чувствую в области. Вот в этой области. Есть какие-то ощущения? Нет, ощущений никаких нет, я не очень в это верю. Тем не менее, береженого Бог бережет. Сейчас... Вы будете делать что-то? Снимем этот сглаз. Чувствуете дурные мысли? Уходят, уходят. Выкачивай дурные мысли, дурные. Уходи, лукавый, заведи лукавый. Высасывай весь негатив. Вы только позитив там не высосите. Криминалистик? Нет. Мы должны убедиться, что все
подлая и лукавая вышла из вас совсем. С концом. Сейчас вам нужно будет 3 раза произнести вслух. Лукавый, уходи. Вы издеваетесь. Скажите, лукавый, уходи, пожалуйста. 3 раза. Лукавый, уходи, лукавый, уходи, лукавый, уходи. Последний раз с выражением, громче. Лукавый, уходи. Ушел? Видите? Нет. Значит, ушел. Можете присаживаться, мы в целом закончили. Как спина получше? Знаете, ничего не изменилось. Ничего не изменилось? Может, хрустнем еще разок? Нет, спасибо. Удовлетворены, да, все-таки? По стоимости теперь самое главное. То есть, вообще у нас 1500 массаж был заявлен. Но по ходу дела у нас, то есть, вот выяснились подробности, что у вас и порча из глаз, и лукавые мысли. Также вот мы вам отпускали грехи, и ваше человеческое тело также было трансформировано в энергетическом смысле. То есть 5-600, вот все услуги вместе получились. 1500 за этот цирк я готов заплатить, но 5000 нет. Не обижайтесь, но это было ужасно. В смысле, как ужасно? Я не думаю, что вы какой-то специалист, вы какой-то шарлатан. Я понимаю, да. Сложно сразу же оценить тот шквал изменений, который вот движется на полной скорости в вашу жизнь. Но поверьте, совсем скоро она изменится в лучшую сторону кардинально. Если нет, через месяц вы сюда придете, я верну вам деньги. Нет, нет. Если честно, меня это уже заебало. Это органный массаж. Еще... Какой нахер органный массаж, блядь? Да ладно, ладно. Я шучу, Алексей. То есть это прикол. Мы на самом деле прикол снимаем. Без обид. То есть, ну, хотели, правда, ну, поднять настроение. И как там, не обидеть. Юля все-таки сказала, что давно знакомы. И скорее оцените шутку. Как можно было такое нахуй придумать? Сразу скажу, что это действительно цирк, да, но сейчас будет вам оказана нормальная услуга. Придет Юлия, это ее салон, и она сделает вам нормальный массаж полностью бесплатно. Ладно, я вас поняла. Я вам не должна денег? Нет, вы не должны денег. Вообще, вот поделитесь, что вы вообще подумали? Я подумала, что я нахожусь у сумасшедшего, лучше молчать. Я подумала, что вы какой-то маньяк. Мне вы кажется... еще так странно выглядите, поэтому... Блин, я думал, ты мне сейчас уже просто тащишь. Все, без обид. Я уже, правда, боялся сейчас в этой комнате. Думаю, все, конец, меня просто убьют здесь. Я благодарю Юлию за то, что она дала возможность снять этот пранк в ее массажном салоне. Называется он «Премьер-массаж». Если вы из Питера, обязательно переходите по ссылке в описании. Приезжайте сюда, на Вальску, на Приморскую. В общем, Юля реально крутой специалист. Обращайтесь. На этом все. Всем спасибо. Пока.